Студії завітала дієтолог Євгенія Крилова. Доброго, Доброго раночку. Розкажіть, от ми тільки що подивилися сюжет про те, як розпочати рік. Всі, мабуть, зіштовхнулися з такою проблемою на новорічних застілях як переїдання. Що б ви порадили, як розпочати свій рік, аби бути здоровим та от у формі бути? Да, ранку. Ви знаєте, та вже у нас привичка на кожний праздник. переїдати. Чому? Тому що что... мы этого праздника ждем и ждем его еще с детства, потому что пищевые привычки родом из детства, и наше тело помнит, когда ему было плохо, нам давали еду. Поэтому если брать психологию пищевого поведения, то это в принципе нормально, да, нормально нам покушать, расслабиться и ощутить себя в такой заботе. Но чрезмерное переедание, которое идет на Новый год, это оливье, это алкоголь, это шуба, это картошка, оно ведет к чему? Оно ведет раз к лишнему весу, и потом наши весы, вернее наш взгляд на веса говорит, ой, что же с этим делать? Во-вторых, это тяжесть, во-вторых, в-третьих, это дискомфорт, и мы не знаем, что с этим... Стресс организма. Конечно, это большой стресс организма, потому что, вы знаете, особенно у девочек, да, у всев всего женского пола есть а, вот такая, знаете, а, черта, она общая. Мы худеем перед праздниками. Мы худеем перед праздниками, перед днем рождения, чтобы надеть Красивое платье и выглядеть хорошо. Мы перед Новым годом худеем, на Новый год мы наедаемся, после Нового года мы снова худеем а, поэтому чтобы этого избежать а, я вообще диетолог врач психолог я против диет я говорю что диеты это рамки это ограничения это стрессы поэтому ко всем праздникам не нужно готовиться а, нужно поменять, понимать что мы есть то что мы едим и наша еда должна стать нашим лекарством а не наоборот и что еда это стиль жизни Поэтому, если мы это понимаем, тогда у нас проходит все окей. Но, ну, если у нас так уж случилось, что у нас праздник особенно много, и праздник еще перешел опять же в наши каникулы, да. А, и это практически будет месяц, и мы находимся дома, ничего не работает. А вообще что же делать? Потому что а, лишний вес ⁇ это раз, тяжесть в организме, да. А, дисфункция идет органов три, мы перегружаем, мы стрессуем, а потом еще такой стресс получаем, когда видим цифры на весах. Поэтому первое ⁇ это двигаться и еще раз двигаться. Но единственное, что э, не наели полные животы и побежали куда-то бежать. Нет, это ходьба, это каждый день, не меньше 10 шагов в день мы должны ходить. Это раз. Дальше сбалансировать обязательно свой рацион. Сбалансированный рацион – это залог здоровья, хорошего здоровья. Потому что что такое еда? Еда – это энергия. Еда нам должна для того, чтобы мы двигались, хорошо выглядели, у нас была хорошая динамичная активность, ну и вообще жили мы в кайф. Да? Что происходит после праздников? Мы кушаем много слепфуд-еды, той еды, которая лишает нас энергии. И что мы делаем? Мы поели, нам хочется поспать. Это уже говорится о том, что идет перезагрузка. Уже все, дальше некуда. Печень красная строка сос, поджелудочная железа уже ручками, ножками кричит, спасайте меня, да. И что? Начинаем пить. Панкреатины, мизимы и вся реклама, которую мы видим на телевизоре, помещается у нас в желудочно-кишечном тракте. Заместо того, чтобы взранку выпить склянку воды да. и Причем проживание. я вам скажу, не просто воды, а теплой воды. Нужно так, пить стакан вода. теплой воды и маленькими глоточками, потому что нельзя пить воду быстро. Она проходит транзитом, и утром еще, знаете, сонный организм, мы его нагружаем водой, и очень многих появляется вздутие, очень многих есть тошнота, потому что неправильно пьем воду. Да, ну, а Обязательно мы пьем. Что дальше? Двигаться, пить воду – это раз, потому что без воды снижение веса невозможно. Хочешь похудеть, пей воду. Хочешь похудеть, двигайся. Все, больше ничего нет. А, и дальше это обязательно нужно сбалансировать рацион, а, кушать. А, ну идеально это интуитивное питание. Мы кушаем тогда, когда мы хотим, и мы кушаем то, что мы хотим. А, только многие сейчас подумают и, возможно, скажут: что можно кушать и колбасу и свинину? Нет. А, наш организм, ему нужны а, все питательные вещества, которые а, что делают? Идут на ресурсное состояние нашего организма. Но колбаса это совсем а а, есть не ресурс. Три, например, которые uh -huh. обовязково требуют вживать всем. Конечно, я... Овощи, фрукты ⁇ это животный белок. А, обязательно животный белок, потому что это строительный материал. Только а, не в таких количествах, как мы его кушаем. Да? Это качественный должен быть а, животный белок. То есть овощи, фрукты и животный белок, но больше отдавать предпочтение качественной рыбы, да, И, и, все. и обязательно к каждому приему пищи добавлять овощи. Разно приготовленные, сезонные, но много, потому что клетчатка – это залог хорошего, хорошей такой микробиоты нашего организма. Ні, ні для кого не секрет, що в Україні існує культ їжі. Mm. І ви вже сказали, що про дітей. Як налаштовувати дітей, щоб вони реально не хотіли їсти всяку mm -hmm. солодощі, які не потрібні? Ну, як їх до цього привчати? Чи є методи, чи є заохочення? Mm -hmm. Ви ж рекомендуєте, напевно, своїм клієнтам? У мене двоє дітей, і я знаю це ні панаслишки, ані різного віку. У мене старшому сину 8 років, младшому 3 роки. Я скажу, що все потрібно починати з культури, пищового поведіння в сім'ї. Если мама, папа кушают конфеты, даже их где-то прячут далеко в шкафу, ребенок, знаете, это волшебник, который найдет все. И рассказать ребенку, почему мама кушает, это а тебе не нельзя, нужно. в детской голове это нонсенс, он не понимает. Поэтому начинать надо с культуры пищевого поведения. В семье, Прыкать. только в семье, и своим поведением показывать. Потому что в во внутриутробном развитии, в третьем триместре, ребенок уже понимает, чем его кормят. То есть ребенок отличает вкусы. Ген еды передается на генном уровне. Вы представляете? То есть у нас есть уже на генном уровне те или иные пристрастия к той или иной еды, еде. И все нужно только на собственном примере. Нет детей, которые не любят брокколи. Но это брокколи нужно давать, когда вот мы вводим в прикорм. Конечно, банан вкусно, потому что это сладко. Брокколи это непривычно. Но если брокколи будет кушать мама. Брокколи будет кушать и ребенок. Поэтому только собственного примера. И ни в коем случае не говорит, боже, какой ты худенький, надо тебя, и значит, кушай за двоих. Или, знаете, это беременная. Боже, давай кушай за двоих. Нет, а нет. Это передание. И не нужно. Ребенок должен быть динамичный, ребенок должен быть активный. Ребенок должен, должен скакать, плясать, прыгать и, да, не слушаться. Это нормально до определенного периода времени. Потому что мы учим до трех лет, потом... После, в, ранних, в ранние периоды развития ребенка. Поэтому до трех лет родители у вас есть возможность собственным примером показать своим детям, что хорошо, а что плохо. А вот, <правда> до речи, вы говорили <правда> <правда> э, до того, что девчата, ну, такая наша натура, что мы перед святами и после свят э, худнем. <правда> І завжди от дівчата вдаються до якихось швидких дієт. От вони їли, їли переїдали, а потім так все обробили, все і е, нічого не їдять. Чим <говорится> це небезпечно взагалі? А, знаєте, всім всім. Ну тут сказати всім, а не можна. Давайте ще раз пам'ятаємо, що таке дієта, дієта ограничення, дієта стрес, дієта це рамки. І коли це пройшов, ми ж повертаємося від крайності в крайність, особливо девушки, да, Нам нужно пойти на свидание, и мы понимаем, что у нас два лишних размера, да? Но мы не понимаем, что эти два лишних размера они так быстро не а, уйдут. Мы их наедали так старательно, старались так тщательно, и тут мы хотим от них избавиться. Есть еще психология. Наш мозг напрямую связан с кишечником. Это нужно понимать. Все сигналы от мозга кишечника, от кишечника к мозгу идут двойной магистралью. Чем это опасно экспресс-диеты? Это опасно тем, что если один раз вам поверил организм, и вы молодая, вы подвижная, он вам поверил, и у вас это получилось. А вы снова повторяете. А вы потом повторяете, организм опять в стрессовой ситуации с возрастом. Обменные процессы сокращаются, подключается гормональный фактор, мы становимся ленивыми. И что происходит? Вес останавливается или плюс еще умножить на 2. И ко мне приходят клиенты и говорят, «Жень, я хожу в тренажерный зал и вроде бы ничего плохого не ем, но я не могу похудеть». Я говорю, «Окей, сколько раз в своей жизни за свои там, 38 лет ты была на диете?» «Миллион». Понимаете? Организм уже просто нареагует. Да, организм не реагирует. Он, он вам не верит, он вам не доверяет. И он говорит: нет, 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 завтра будут военные действия. Жир это аккумулятор энергии. Пусть это аккумулятор энергии и некачественной. Но это то, что если будет голод, я буду это брать и расходовать. А здесь. Эти uh, колебания все волнообразные. И он говорит, нет, 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 я не буду этого делать. Поэтому давай как-то по-другому будем. Это, это очень важно. Сколько потребно часу, чтобы очистить организм от всяких шкодливых? Давайте Речевые. сначала разберемся, от чего токсины, да, да которые да. говорят. Вы знаете, меня когда-то хирург спросил, Жень, а ну ты сама врач, ты когда-то видела токсины? Я говорю, ну честно, нет. Все про них говорят. Все, да, шлаки, токсины, зашлакованные, а мы, их а мы их никогда. Вот как они выходят эти шлаки и токсины? Я это называю мусором, да? Я называю это мусором, потому что не а, что происходит у нас в организме, когда попадает еда, она расщепляется. И а, та еда, которая попадает некачественная, особенно когда мы кушаем, нужно же еще понимать, когда нужно кушать белки, когда нужно кушать углеводы, да, в какое время можно, что чем можно заедать, и тогда происходит расщепление, потому что для белков и для углеводов нужна разная среда. А, так вот, когда происходит неправильное усвоение, не расщепление, много еды, потому что оно а, не выходит, и проблема, извините, запоров в Украине она очень глобальная. И, и что? Появляется у нас лишняя, да, там появляется, назовем это, мусором для нашего организма. И давайте тут теперь понимать, а, сколько времени мне понадобится. А, знаете, говорят, что привычка формируется на протяжении 21 дня. Не формируется она на протяжении 21 дня. Мисс. На протяжении 21 дня начинают только формироваться нейронные связи в нашем головном мозге. Привычка 80-280 дней. Вы понимаете, да? Поэтому сколько нужно? У каждого нет общего правила, но за 21 день можно начать очищать. Свой организм, когда вы почувствуете первые изменения. Наладится сон, улучшится состояние кожи, э будет больше энергии, выведется лишняя застойная жидкость. Потому что, девочки, похудения не будет, пока мы не выведем лишнюю э застойную жидкость с межклеточного пространства. И вот почему нужно пить воду? Только тогда, когда мы ее выведем, начнет расщепляться жировая клетка адипоцит. То есть это второй этап. И за 21 день мы можем начать это делать, да? но потом это на протяжении всей жизни. И что такое? Это модное сейчас слово «детокс». Да? Детокс – очищение организма. И к детоксу тоже нужно готовиться. К детоксу. То есть есть три этапа. Вход в детокс, сам детокс и выход из детокса. И сам детокс, он подразумевает, что вы из организма полностью исключаете животный белок. И я даже рекомендую, для кого страшно попробовать что-то новое, да? но это же что-то новое, мы сказали, что привычка 80-280, поэтому один-два дня в неделю это можно отнести вот к правилам здоровой жизни. Один-два раза в неделю делать разгрузочные дни, исключайте своего рациона животный белок. И вы почувствуете, как со временем а, а, ваше тело станет легким, ваша кожа очистится, наладится сон. И этот а, очищающий детокс дни а, даже а, получили Нобелевскую премию в 2016 году японским ученым. Поэтому, э, такие дни, они очень крутые, я рекомендую. А от після свят ще одна небезпека для ага. фігур, локдаун. Угу. Минулого коли був такий в весною э, такий жорсткий локдаун, э, багато все ж таки набрали зайву вагу. Як цього уникнути? Є угу. дві категорії людей, які набирають лишній вес в локдаун, або, да, наоборот починають худі. потому что есть э, стресс, и люди нервничают очень сильно. Або да? начинают с собой заниматься. Да, 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 потому что появляется время да, да. для этого. Да. Но это должна быть очень крутая мотивация. Но в основном а, у меня а, было очень много клиентов, и я была этому безумно удивлена, потому что все боялись, был страх. Мы сидим дома, замкнутое пространство. Жень, я боюсь потом выйти на улицу, там плюс 10, плюс 15 килограмм. И действительно очень многие набирали. А, что нужно делать? Первое — планировать свой рацион. Планировать, а, планировать свой день, обязательно планировать свой день и понимать, что, а, окей, это временная ситуация, а, сделать мы ничего не можем, а все, что от нас зависело, мы уже сделали. Поэтому планируйте день, гуляйте много, начните что-то изучать. То есть фокус внимания с еды переведите на что-то другое, потому что когда человек занят, у него нет фокуса внимания на еде. Вы вот посмотрите, когда мы кушаем. Мы же кушаем тогда, когда нам нечего делать, либо мы заедаем, заедаем, или мы заедаем. Или А когда вы заняты, вы на работе, у вас эфир за эфиром, вы когда вспоминаете о еде? Вспоминайте, а, точно так же, когда мы переводим фокус внимания, я своих клиентов учу, что а, у вас был завтрак, а, окей, перекус И если вы понимаете, потому что есть голод и аппетит, голод это физиологическая потребность организма в выживании, в энергии А аппетит это, знаете, такое понятие, когда удовлетворение, в голоде мы съедим все, что хотим Аппетит нам будет диктовать. Иди съешь конфетку именно эту конфетку. Или пойди скушай тортик именно в милкбар, и ты возьми именно этот тортик, и мы идем. Или иди в Макдональдс, и там что-то скушай. То есть аппетит нам диктует свои правила. Поэтому, чтобы у нас не возникало аппетита от безделия. Фокус внимания переводите на что-то другое. Возможно, у вас есть мечта. Вы давно хотели начать изучать английский, танцевать, научиться, я не знаю, петь, рисовать, Займаться прыгать. Фокус внимания переводите. Формируйте новую привычку, потому что будете идти в холодильник. Обязательно планируйте, ставьте напоминания, бумажки к холодильнику, питьевой режим соблюдения и сбалансированное питание. Помните, мы есть то, что мы едим и в любом возрасте можно выглядеть молодо и выглядеть здорово от слова «здоровье». Потому что наша еда – это наше лекарство, а не наоборот. Это очень важно понимать. На этой оптимистичной ноте. Спасибо вам за эфир. У нас в гостях была Евгения Крылова, диетолог. Дякую, що були з нами. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Правда Тут, аби бути в курсі усіх подій та не пропустити найцікавіше. А також не забувайте за дзвіночок, який буде вам нагадувати, що з'явилися вже цікаві новини, і ви маєте їх переглянути.